Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 10 апреля. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Раскаты грома во время грозы слышатся долгими и нерезкими к затяжной непогоде. Вокруг тающего снега края крутые, к холодной весне. Сорока садится на верхушки деревьев к временному похолоданию. А какая же погода ждет нас завтра, 10 апреля? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Звонарев-Кут Азовского немецкого национального района Омской области за окном плюс 10 градусов. Погода будет солнечная, так говорят синоптики. В деревне Звонки Торопецкого района Тверской области воздух прогреется до 13 градусов. И там без осадков не обойдется. К счастью, позже они на время прекратятся. В селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области столбик уличного термометра остановится на отметке плюс 17 градусов. За окном облачно, без осадков. В деревне Звонкое Даниловского района Ярославской области плюс 11 градусов. На протяжении всего дня будет переменная облачность и пасмурно. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!